Сердечно поздравляю вас с 25-летием Конституции России и учреждения Совета Федерации. Сплоченная команда Татарстана удивляет и восхищает даже мой электронный мозг. Они подготовили для вас очень интересную презентацию. Здесь мы представляем 5 проектов, 3 из которых уже заслужили свое место на территории России, используются в ряде регионов страны. Основная из систем, которая была запущена в 2012 году, это народный контроль. Система, позволяющая собирать различные замечания, предложения от жителей. Вторая система – народный инспектор, система, которая вовлекает. Это либо активный или другого? Через 2 года после создания народного контроля появился активный гражданин. Активный гражданин – больше про опросы, а здесь больше про отклонения в управлении. Если, например, что-то не так, нужно сделать дорогу, сделать детскую площадку, сделать восстановление. Может любой гражданин? Любой. У нас более того. Он отправляет фотографии и сообщения, и она попадает в регистрацию, и она не может быть снята, пока вот эта проблема не решена. И самое главное, другие... Это у нас служба адресует, но... Вот эту проблему видят соседи, другие и лайкают. Не голосуем, насколько это востребовано. Да. Это основная когда задача. Когда ты это видишь, когда бываешь в Татарстане, всегда ощущение, что будущее уже наступило. Первый беспилотный автомобиль в промышленной эксплуатации Росамгалиевский. Сколько вы этого уже уже около 15 тысяч километров проехали, вот больше километров. Вот Яндекс и такси работает. Главная цель – показать возможности республики, рассказать о нашем потенциале, но и получить поддержку, потому что от Совета Федерации есть большие крупные проекты, где законодательно нас надо поддержать, финансово нас надо поддержать. Вот по итогам нашей работы есть итоговые документы, где все эти наши просьбы учтены.